Всем привет, всем здорово, с вами Андрей Калашников, Дарт Калаш Пул. Ну что, ребята, делаю второй и последний выпуск об этих наушниках. AirPods A3, нет, A3, как они называются, уже и сам забыл. Короче, бюджетную копию AirPods. Ну что могу сказать по ним? Первое. Качество просматривания видео, прослушивания в этих наушниках очень плохое. И есть на 0,5 плюс 0,5 минус 0,5 секунды задержка видео, задержка звука. То есть, например, человек говорит, а оно слышно не по губам, вот как видео, да, идет, а разделяется друг с другом. Но если вы пользуетесь такими наушниками, вы поймете, о чем я говорю. Прослушивать музыку в этих наушниках больше одного трека, даже его половины, невозможно. Это звук как из бункера, а точнее как из сортира, когда шурчит вода. Слушать вообще невозможно. Единственный плюс этих наушников в том, что в них комфортно слушать аудиокниги и прослушать онлайн-радио. Это вот единственные два плюса. Я их тестировал при общении. Приходилось когда орать, когда было нормально. Слышный разговор. Мои наушники, прошки, и то в 100 раз лучше. Да, единственное, что мне здесь нравится, это нравится форма. То есть, что они удобно сидят в ухе. Единственное, самое большое, я их гонял, наверное, минут 45. На 45 минут мне их хорошо хватило. Судя по комментариям, которые я читал на Вайлдберрисе, их хватает на час, может быть, на час с минутами. Если судить в общем плане. Заряжал я их, наверное, часа по полтора, час 30, час 40, где-то вот так они заряжаются. Подсветка, ребят, тут, когда вы их заряжаете, вот эта вот подсветка, она вообще не видна. Она видна только в темноте и в тусклом свете, едва-едва. В прошках, она у меня Mini Pro 4, она видна вообще великолепно. Ее даже в солнечную погоду будет круто видно. Ну, подводя итог этих наушников, их можно выкинуть. Свободно выкинуть, и я их вообще зря купил. Зря потратил те деньги, которые не надо было тратить. Но мне очень понравилась их форма. Их форма и то, что они в ухе сидят хорошо. Я их в основном использую для записи своих треков, для прослушивания аудиокниг и для онлайн-радио. И то, когда есть свободное время, а так в основном я работаю на прошках и на китайских AirPods. Так что, если вы будете брать такие наушники, задумайтесь. Лучше взять Lenovo или Air Pro 4, или Pro 4, Mini Pro 4. Я вам советую, как активный пользователь, который пользуется ими уже почти 11 месяцев. Хорошее качество звука, пусть не басистое, но звук великолепный. Видео, оно отстает, но практически незаметно его отставание. Громкие. Прекрасные динамики для разговора. То есть вам не придется орать по всей улице, вот так как с этими, подносить телефон, вот так вот вплотную к рту и орать в динамик микрофон телефона. Прошки великолепные. А эти я наушники, в принципе, буду использовать только для аудиокниг, прослушивания онлайн-радио и для записи своих треков. С вами был Андрей Калашников, Дарт Калаш Пул. Всем пока.